добрались до Чечни. Грозовые ворота чеченские. Шутка. Муляж. Мусфильм. А я была в Мусфильме. Стой, это... я думала, из пенопласта. А камни странные, смотри, как будто... Какие-то, как ракушка какая-то. Мы крушим это... тут можно покушать. Вау, красотень. Папа, пофоткаться обязательно. Женя, пошли, сынула. Поехали, а то у меня уже кредит закончился. Сейчас. Сначала пройдемся. Да. Что-то вертали. Крутяк. Берут за что-то деньги. Гонг исполнения желаний. Но это, скорее всего, гонг исполнения желаний того, чей гонг. Да. У нас можно форму одеть, оружие взять, пофотографироваться, все на ваши фотоаппараты. И количество времени. 300 рублей полный комплект. Также кружечки изготавливаем с вашим фото. Поехали. Ничего себе. Давай сюда зайдем. Понятненько. А здесь людей вешали, угадала? Чего тут? Здесь людей вешали, да? Зачем? Тут вот только если карлика какого-нибудь повесишь. Нет. Я 3 года как бы кормил, этого хватает. А когда я была в Мусфильме, там снимали рекламу и клип какой-то песни. Но нам не сказали, какой, это секрет. Нет времени. Люба, ты будешь? Да, пройдем. В чем я по блату? Вот, смотри, под ноги. Мусфильм пошел. Меня здесь... Понять? Сфотаю тебя, конечно. Ну, туда let's go. Так, как тут фоткается, да? Нифига себе.
Я набрал живой водички, а Анютка решила искупнуться. Ну тебе холодно? Давай, вылезай. Что там под водой? Там аж лучше ноги заледеневают? Да, ну ты понял, что я имею. Я понял. У меня кепка испачкалась. Надо ее постирать. Побывали только что на еще одном водопадике, водопад любви, набрали там живой воды, направляемся обратно к джипу, куда нас сейчас повезут, пока не знаем. Че, зверье душно вам? Зашевелился. Какой красный. Вот. Палец не вздумаем сувать, откусить. Да я не собирал. Привезли нас на хутор. Будем пробовать вино домашнее. Мы, кстати говоря, находимся сейчас с противоположной стороны горы. Вот за этой вот горой. Вот за этой вот горой находится Геленджик. Ждем такси, сейчас поедем на Канатную гору. Будем подниматься в гору, там вот, где самая легендарная, вот эта типа Голливуда надпись. Нет, это не она. Мегафон, Геленджик. Должно быть красиво. 473 наш номер. Да ладно. Здравствуйте. Можно я с вами напишу? Давай с девочками сзади, с мальчиками, с детьми сзади садись, у меня там место будет. Недостаточно. Сколько нас человек? Двое взрослых, двое детишек. А четверо? Что-то пятеро посчитал. Не, четверо. Скажите, а это очередь на веревочную линию? На канатку, да? Стоим минут 10, очередь практически не двигается. Жесть. Короче, мы не дождались нифига вот эту вот очередь, потому что они хера не двигаются вообще. Сегодня Лолита в 8 часов через... Точнее, через 12 минут Лолита. И на канатке мы покатаемся в Сочах. Нахрен.
Это не серьезно. Один метр, одна минута, а тут стоять метров 100. То есть, блядь, часа полтора стоять. Нет. Нахер такое развлечение нужно. Вот. Так что, Геленджик, извини. Стоим, ждем такси. Вызвали таксишку. Через 2 минуты обещают подъехать такси и увезти нас обратно из этого адового места. Ну что ты? Нормально. Сделаем палец вверх. Слушай, отсюда вид, смотри, какой хороший, кстати говоря. Смотри тоже. На бухту. На город. Это не она. А почему там едем? Въезжаем обратно в Геленджик. Вернулись в наш отель, кайфанули, проездили 400 рублей, 200 рублей туда, 200 рублей обратно. Думали, попадем на вау-вау-вау, супергорку, но обломались. Все, поедем в Сочах. Надеюсь, в Сочах будет все здорово. По крайней мере, люди в толпе сказали, что в Сочах нету такой вот очереди дикой. Проверим.